Привет всем. Это Днепропетровск, то бишь Днепр. Я вот смотрю на эту площадку, которую поставил Максим Кучунгура. На вот эту вот лесенку. Вот она стоит как бы для детей. Обратите внимание, на какой высоте вообще оно сделано. Вот, подойди к лестнице, покажи. Вот подходит взрослый человек. Посмотрите на высоту первой ступеньки. Она, собственно, маленькому ребенку выше, чем по пояс, а может и вообще по шее быть. И расстояние между ступенечками. Теперь давайте смотрим на горку. Вот эта горка, по которой типа должны дети съезжать. Вот, подойди, посмотри. Вот сейчас, смотрите, подходит взрослый человек. Это что значит? Ребенок должен съезжать по горке и с нее падать. Собственно, вообще непонятная конструкция. Возможно, она должна быть таки глубже вкопана, потому что здесь, видите, вот такие вот палочки стоят. Собственно, непонятно, на каких это детей рассчитано. Вот это вот дети будут на вот этом вот висеть. Для каких это детей? А здесь, наверное, должна быть качелька. Наверное, она оторвалась. Одни крючки от нее остались. Ну, соответственно, и расписана эта площадочка. Потому что ничего не остается, только как вот гуляющим расписать всякими словами. Потому что иначе другим словом, собственно, и не назовешь того, кто эту площадку ставил. Потому что о детях вообще не думают. Пользоваться этой площадкой невозможно. На нее залазят только подростки. Уже взрослые, собственно, не подростки, а молодежь, уже совсем-совсем не дети. Потому что, ну, ребенок не может съезжать по такой горке. И не задерет ногу на вот эту вот ступеньку. И, собственно, непонятно, почему тратятся такие большие деньги. Почему считается, что такое большое благо делают для двора, для детей. Для чего вообще нужна эта конструкция? Ее даже нормально не установили, но она вообще сама по себе нелепа. Потому что пользоваться ею невозможно. Во всяком случае, детям, для которых это, в общем-то, и было рассчитано. Огромное расстояние между этими перекладинами. Вот это вот, ну хорошо, допустим, вот эта сторона для взрослых. Ну горка-то. Горка и ступеньки, но это явно должно быть для детей. Ну, в общем, вот такие вот дела. Это Левобережный 3. Вот площадочка, построенная по инициативе Максима Кучугуры. Дитячий майданчик.